Чё творим, бро? Меня зовут Царь Кионис. И просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. И банда, в прошлый раз мы занимались нелегальным делом. В Даркнете я купил доступ ко всем скрытым видеокамерам в мире. Мы смогли наблюдать за людьми с фронтальных камер в их телефонах, с веба в ноутбуке и даже с камер видеонаблюдения, которые есть на улице. И то, что мы тогда увидели, банда, все еще не укладывается в голове. Мы реально увидели, как каннибал расправляется с уже мертвым человеком. Он просто зажарил его мясо. И после этого многие из вас просили, чтобы мы вернулись снова на этот сайт и посмотрели на других людей. И естественно, отказать своей любимой банде я не могу. Но все же давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда в Даркнете я зайду на тот самый легендарный, но запрещенный во всех странах сайт под названием Red Room, где просто в прямом эфире убивают людей. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про Даркнет. Так что, бандит, скорее все ссылки в описании, ставь лайк, а мы заходим на сайт со скрытыми камерами. Погнали! Что ж, банда, я надеюсь, вы готовы. Я снова зашел на этот сайт со скрытыми камерами. И мне снова пришлось заплатить ту же самую сумму, что и в прошлый раз. И я опять на всякий случай зацензурю все скрытые камеры, которые есть на этом сайте. Потому что в будущем у меня могут быть проблемы из-за того, что я вмешиваюсь в личное пространство людей. И кто-то может быть против того, что оказался в моем видео. Но все же, банда, давайте уже приступим и посмотрим, какие скрытые камеры сегодня нас ждут. О, посмотри, это же примерочная. Да, я вижу, только смотрите на это, банда. Здесь скрытая камера из примерочной комнаты, которая находится в Индии. Я думаю, что мы должны зайти посмотреть, что нас там ждет. Посмотри на это, здесь женщина зашла в примерочную комнату. Она даже не подозревает, что прямо сейчас ее снимает скрытая камера. И черт возьми, банда, скольких людей уже снял эта скрытая камера. Какие-то маньяки, наверное, за этим наблюдают. Она так смотрит в зеркало. Посмотри, что она делает. Ты видишь это? Она проверяет зеркало. Настоящее ли это зеркало или же стекло? Ты мне об этом рассказывала. Повтори. Я в ТикТоке видела, что если к зеркалу приложить палец вот так, и между ними не будет щели, то это настоящее зеркало. А если же будет щель, то это просто окно, и за ним кто-то сидит. Черт, банда, это просто крипово. Я раньше никогда не проверял зеркало примерочно, теперь точно буду. Но эта женщина не учла тот факт, что прямо за ней сейчас наблюдает скрытая камера, которую она точно не знает. Но как она не видит эту камеру, если камеры обычно большие? Не знаю, может быть, это какие-то микрокамеры. Возможно, с помощью таких камер наблюдают за людьми. Но больше пугает то, что она все-таки боится, что за ней кто-то может наблюдать в примерочной. Но она даже не подозревает, что за ней сейчас смотрим мы. Давай не будем за ней наблюдать, это ужасно. Да, я с тобой полностью согласен. Давайте пойдем дальше. Посмотри, здесь пистолет. Это камера, которая находится в полиции. Камера, которая здесь. Окей, банда, мне уже интересно посмотреть, что там. Просто посмотри, настоящий пистолет. О, что там, даже был человек внутри этого здания. И глянь, сколько здесь полицейских. Это настоящее спецразделение. Черт, банда, я в таком шоке. Они реально ловят какого-то грабителя или же убийцу. О, господи, как же это стрёмно выглядит. А что, если они сейчас кого-то убьют прямо на наших глазах? Это было бы ужасно, банда. Надеюсь, что этого не произойдет. Посмотри, там кто-то выходит.
О, черт, правда, что происходит? Я в шоке! Неужели это вышел тот самый убийца, о котором мы говорили ранее? А мы точно можем это смотреть? Это же засекреченные данные! Я не знаю, панда, возможно, даже YouTube это не пропустит. Давайте просто выйдем, посмотрим, что там еще есть. Но сам факт того, что в Даркнете даже есть видео, где полицейские арестовывают людей, а возможно, даже иногда и убивают, это очень пугает, что все эти прямые эфиры в таком доступе. И доступ к ним может получить любой желающий. О, посмотри, здесь есть скрытые камеры под названием «Семейная пара ссорится». Они находятся в Нью-Йорке, США. Давай посмотрим, что там. Да, да. Интересно, из-за чего же их ссора? Здесь просто мужчина спит на кровати. Да. И где они ссорятся, вообще пока что ничего не понятно. Даже никакой жены или же девушки нету. Да. Это очень странно, банда. Зачем мы вообще смотрим за тем, как спит человек? Посмотри, посмотри! О. Это жена, она подкрадывается. Похоже, что она не хочет его разбудить. О. Она максимально тихо себя ведет. О, черт, банда, это очень странно. Неужели она его боится? Глянь на это, мужик проснулся! Он на нее кричит, ты видишь это? Почему он кричит? Не знаю, это очень странно, банда, что происходит? Что они говорят? Они разговаривают на английском, нам тяжело понимать, что там происходит. Но похоже, что она ему изменила. О, черт, банда, это ужасный поступок. Давайте посмотрим, чем все закончится. Они просто ссорятся. Это ужасно, банда. Она пытается оправдаться, что она не виновата. Да, банда, неужели она ничего такого страшного не совершала? А он просто так зря на нее агрится. Он уже явно выходит из себя, банда, вы видите это? Надеюсь, что он ее не ударит, потому что это ужасный будет поступок уже от него. Посмотри, он реально уже очень сильно злится. О, посмотри, он ее выгоняет из дома. Он такой злой, что лучше бы она ушла. Да, я с тобой полностью согласен. Это очень опасно находиться в одном доме с таким злым человеком. Потому что в порыве злости он может сделать все, что угодно, даже убить ее. Это полная жесть. Но почему она не уходит? Что она делает? Посмотри, он нашел на ее шее след поцелуя. Это ужасно. Мне очень жаль ее, ей бы лучше убежать. Да, я с тобой полностью согласен. Но куда он уходит? Почему она все еще не ушла? Что это за листок? Я не понимаю, банда, что происходит? Он собирал доказательства на протяжении всех отношений, что она ему изменяет. О, это ужасно, банда. Он ведет список. Это уже ненормально. Похоже, у него какая-то шиза. Я еще как-то немного разобрал, что он говорит о каких-то сообщениях. То есть она отправляет кому-то свои любовные сообщения. Это уже серьезное заявление о измене. Я его частично понимаю. Господи, он говорит, что он ее любит. Да, я слышу, это просто невозможно, как-то странно. Да. Одновременно он ее любит и хочет убить. Мне кажется, что этот парень уже не такой и плохой, как нам показалось на первый взгляд. Да, возможно, но плохо, что он не может держать себя в руках и поговорить с ней просто. Мне даже кажется, что он ее хочет ударить. Она скидывала кому-то свои обнаженные фотографии? Что за бред? Ужас. Я просто в шоке, банда. Что вообще происходит? Это явно нехорошо, Настя. Просто ужасный поступок. Да. О, посмотри, он ее ударил. Что за бред? Я не могу в это поверить. Нам нужно срочно позвонить в полицию, пока не поздно, то иначе он ее убьет. Да. Ты посмотри, что он делает. Да, я вижу, это просто ужасно. Куда он вообще ее тащит? Я все еще не могу в это поверить. Глянь, он явно применяет к ней грубую силу. Черт, банда, просто посмотрите на это. Как же это крипово. Что он вообще творит? Он хочет ее выбросить в окно? Не знаю, он явно делает что-то странное и ненормальное. О, черт, банда, что он вообще творит? Просто посмотрите, как же это страшно. Он ее тушит или что? Он что, хочет ее убить? Я не знаю, Настя, но нам надо срочно перестать смотреть эту прямую трансляцию. Это уже все зашло слишком далеко. Мы никак не сможем ей помочь, кроме того, как позвонить в полицию. Нужно быстрее это сделать. Посмотри, он ушел в другую комнату. Да, я вижу, что он ищет. Он берет нож, посмотрите. Он берет нож, банда, что за жесть? Черт, неужели он хочет ее убить? Просто посмотрите на это, банда, вы видите, что это за жесть? О, черт, я просто в шоке.
руки, гляньте, что он делает! Он реально хочет ее пырнуть ножом! Это такой ужас! Надеюсь, она сможет сбежать, банда, потому что я не могу в это поверить! Только гляньте, какой же он злой! Это ужасно! Посмотрите, он ее угрожает! Это такой ужас! Просто какой-то ужас! Он реально ее пырнул ножом! Ты видела это? Я в таком шоке, банда! Это ужасно! Давай быстрее выключай это! А сейчас я просто в шоке! Он реально ее сначала ударил, потом душил, а теперь пырнул ножом! Это ужасный поступок! Никакой человек не заслуживает такого отношения! Я с тобой согласен! Похоже, что он ее убил! Он просто стоит, плачет! Ты видишь это? Что он делает вообще? Я в таком сейчас шоке, банда! И там кровь под ним! Посмотри! Я тоже вижу! Посмотри, там целая лужа крови, банда, вы видите это? Что вообще за жесть здесь произошло? Я все еще не верю во все это. Итак, посмотри, куда он ее тащит. Похоже, что он теперь хочет ее выбросить в окно, чтобы избавиться от трупа. Посмотри, какой кровавый след. Я просто в шоке, банда, что это вообще такое? И посмотри, кто-то позвонил ему в дверь. О, черт, банда, что происходит? Он хочет ее накрыть этим одеялом, только глянь. Интересно, кто там пришел, возможно, соседи. Они услышали, как они громко кричат. Итак, банда, он возвращается обратно в эту комнату. Пока что его не видно, только эта комната. Что за бред? Куда он делся? Вот он, посмотри! Да, я вижу, он идет к одной двери. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Он спросил, кто там, и сказали, полиция, это полиция приехала! Неужели они наконец-то спасут эту девушку? Возможно, соседи вызвали полицию, когда услышали все эти крики. Похоже, что все это наконец-то закончится. Полицейский просит разрешения войти внутрь, и он его пускает, посмотри! О, черт, банда, я в шоке! Надеюсь, полицейский пройдет дальше, посмотрит, что там. Господи, просто какая-то жесть, банда, я в таком шоке, то, что здесь произошло. Он его не хочет пускать внутрь дома, ты видишь? Да, я вижу. Думаю, у полицейского уже явно какие-то подозрения насчет него. Глянь, он нашел труп, ты видишь это? Я надеюсь, что он делает. Он достал пистолет, ты видишь это, и выстрелил в него. Он просто вытащил пистолет у полицейского и выстрелил. Это такая жесть, банда, я просто в шоке. Что вообще произошло? Я все еще не могу в это поверить. Я думаю, соседи слышали выстрелы, сообщав в полицию. Я тоже на это очень сильно надеюсь, потому что то, что мы сегодня увидели, это просто ужас. Самое страшное то, что все это произошло в реальной жизни. Это даже никакая не постанова, потому что мы это купили в Даркнете. Посмотрите, что он делает. Он еще раз выстреливает полицейского. И теперь он еще что-то кричит. Просто ужас, банда. Я не могу в это поверить. Это настоящий убийца. Нам нужно быстрее со всем этим заканчивать и уходить, пока не поздно. Мы и так слишком всего лишнего увидели. Окей, банда, вот комменты из-под прошлого видео. Просто вглядись, какие они шикарные. Идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже на моем видео. Лайк, колокол, коммент и видео, бандит. И бро, помни одно, оставайся таким шикарным, пока!